Ну вот, 14:33. Мы поехали. Пошел снег. Покров был вчера, так вот и кроет. Пошел снег. Не вчера, позавчера, сегодня 16-е. Покров-то 14-го был. Снег пошел. Вот все дождь, 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 и вот уже снег. Ну ничего удивительного, у нас уже юг-то весь завалило Архангельской области. И Котлас, и Коряжму, и Вельский район. Всю Архангельскую область завалило. И Вологду, смотрите, какой снег идет. На стекла прямо дын-дын-дын. Липухи такие падают. Ага, дорогой мой, извини. Подвинься, отъезжай. И чё? И чё, он никуда хочет нас пропустить? Я не поняла. Пусть отъезжает, поворачивай, поворачивай, пускай выезжает. Чё мы будем? В сторону пусть съезжает куда-нибудь. Мы чё, должны куда его пропускать, что ли? О, пусть выворачивает. Едет. Первый раз эту машину вижу. Не знаю кто. По-моему, он поздоровался с нами. Мне не показалось? Кивнул, по-моему. Не этот, не БХСник это едет. Я откуда знаю? Володя, может, новая машина у него. Хрен его знает, короче. Ну ладно, едем. Вот и первый снег. Поехали тогда в Союз. В Союз едем, ну, я в магазин зайду, хлеба куплю. Я не знаю, в апреле-то что там, колбаски-то немножко осталось. Я-то вот не ем колбасу уже сколько времени. Не, у нас сыр есть дома или нет, что-то я не знаю. А у нас как сыр. Косичка. Ой, косичку тут уже надо уже. Мучаем, мучаем мы эту косичку. Покупали, непонятно. Надо сыру, наверное, купить, только не в магните. Купить, наверное, в магните тогда купила, открыли, присневелась, зараза. Надо купить не в магните, надо, наверное, куплю, наверное, сыру в Союзе. Сыру куплю. Маленькую Палыч припрашивает. А Сережа маленькую. Заработал. Ой, что заработал? Я вот заработала сегодня, ползала на теплицу. Как Лену возил на даче. Это я заработала. Все, а что ты? Бочку только жёг. Бочку жёг, да бочку слил. А кто доски подавал? Кто доски подавал? Не знаю, кто-то подавал. Кто-то подавал, дождище такое идет. Такие по луже бегаем, как жахнет, как жахнет, как жахнет, как жахнет. Ну ладно, заедем. Едем сейчас в лавку. Хлеба до колбаски, хлеба до колбаски, да. Черную сливу хочу. Черную сливу хочу. Хотеть не вредно, вредно не хотеть. Пенсии еще не было. Еще пенсии не было. Все, я угощаю тебя пока что. Вот приехали. Приехали на нашу факторию. Нам мне батарейку зайти купить. У меня в глюкометре батарейка сдохла. Заедем сюда, куплю. Сейчас зайду, чтобы уже не возвращаться. Или что, на обратном пути? Вот какой ведь не заехал, а? Вот ведь какой. На обратном пути забудем. Пойдешь пешком у меня за батарейкой, если я забуду на обратном пути заехать. Посмотрим. Посмотрим, как вы мне ко мне. Ты ко мне по-хорошему, я к тебе по-хорошему, да? Ну ладно, подъезжаем к Союзу. Союз, Союз. Советский Союз. Вот, приехали с дачи. Сколько время? 16 часов, блин. А вперед немножко часы. Заехали в магазин и опять снова до здорово. Хлеб. Кефир. Еще ряженка не выпила. Но взяла в запас, чтобы не ходить лишний раз в магазин. По скидке батончик взяла. 69 рублей. Так были дорогие. Ну что, 250 грамм. Лика любит, думаю, где все отвезем батончики. Молоко. Палычу. Малышечку, Талочку. Хорошая на кедровых орешках. Ладно, сегодня устосался тоже парень или бродит. Думаю, пусть разгореется. Хлебушек старосельский. Кофе сегодня по скидке тоже в магните. Ух, какая большая банка-то. Да, вообще сегодня по скидке. Он сколько так, он? Половину, короче. А посмотри по цене. Там 400, так он с чем-то стоит, почти 500. А сегодня 200 с чем-то. Идите как по скидочке. Это здорово. Хочу. Это вообще класс. Нескафе. Мы обожаем этот кофе. Самый вкусный кофе. Мне больше всех нравится он. Большуханская банка. Колбаска по скидке, опять же, сегодня дым-дымыч. Сырокопченая. Да, 186 стоит одна штучка. А сегодня я две купила на 168 рублей. По 80 с чем-то рублей штучка.
Вообще. Один плюс один называется. Нет. Просто скидка идет. Но получилось дешевле, но чем мы любим сыры копченые. Две купила, думаю. Как не купить? Колбасович. Вот конфетики по 16 рублей. Вольно, уж нам понравились. Купила себе. Да, думаю, полкило куплю себе. Вот так мы... Полкило куплю, думаю, дочери. Вот так диабетики не едят сладкого. Да, да, да. Компромат. Полкило, думаю, куплю. Дочи. Дочи с внучей. Получилось полтора килограмма. Главное, думаю, себя не обидеть. Да. Думаю, палочку куплю граммов 300 по 12 рублей. Сегодня конфетики со скидочкой. Да, он любит темную ночь, только пули свистят по степи. Палочка ест под конфетки в день. Полкило. А диабетик? Думала, граммов 300 возьму, да? Совсем нюх потеряла. Совсем потеряла нюх. Ой, страх и ужас. Это не все еще, это не все. Да мне этих конфет на месяц хватит. Ребята. По конфетке в день, так, на два месяца. Это из одного только магазина, 1300 здесь. Из одного магазина. Это из второго, ну как обычно, то, на что мы работаем по жизни. Бумажка. Винограднику купила. Винограднику. Тоже что-то по 89 рублей, что ли, сегодня. Что-то недорого как-то. По-дешевски. Аккуратнее. Ну, это себя купила побаловать. Аллигатешечку себе сухенькую. Вот. Еще одну бумагу, чтобы мало не было. Одну палочку, второй раз не бегать. Одну палочку, другую мне. Ой, блин. Сырку купила, сыру дома нету. Что-то давно сыру нету. Купила небольшой кусочек сыру. Колбасы не стала брать. Потому что там еще есть немножко, я ее не хочу, не ем колбасу. И надоеза. А, пирожок. Это еще не все. Пирожок с вишенкой, как мы любим. Это тоже. Ёлки-палки. Вот что значит жену одну в магазин отпускать. Вот. Еще не все. А я сидел в машине. Это там. Вот ё-моё. Здесь 1700. С двух магазинов 1700. Что же она тут еще из сумки-то с такой большуханской вытащит? 1700. Вытащит-то у нас. Вот еще сходила по хозяйству. Ничего себе. Губки купила, потому что ну, нету. Ну, в хозяйстве все пригодится. Вот тут чего? Ну, тут диски ватные, палочки ватные. Потом эти штучки тут купила, сырорезку сломалась у нас, это зашла. У нас свой магазинчик есть хороший, тоже все. В нем есть все, от гвоздя до бриллианта. А еще не купила готового китайского риса, раз палочки есть. Ой. Остается рис только. Купила вот эти штучки, заглушки такие купила. В раковину две штучки взяла. Да, но это изоленту нужно. Изоленту взяла, потому что изолента на даче. Но нету. Это для хозяйства. Это несъедобное, но нужно. Нужно. Не знаю, сколько даже тут заплатила, даже не знаю. Вот это 18 рублей изолента. В хозяйстве все пригодится. А тут сколько? А тут 150 рублей, что ли? Что-то дешево совсем. Что-то 150. Да, на 150 рублей все это удовольствие. И плюс, ну, на 170. Все. Изолента, губка, вата, диски, так, зашла, ватные купила, палочки. Там внизу селедочку. Листовую нашу беломорскую селедочку купила. Ну, Беломорье я имею в виду дело. Это не берут, тут любят это такую в масле привозную. Я терпеть ненавижу, он есть она в масле. В это местное изготовление. Это местная, местная засолка. Это я люблю. Это с дачи тут я привезла кое-чего. Тут все дачное, тут всякое. Ну вот. Тут укропчик. Я забрала с дачи, чтобы не это... Остатки укропчика. Да, тут это петрушка, там еще укропчик. С Петрушкевичем. Петрушка, укропчик, это все спила остатки сегодня. Все это сделаю, скотч забрала. Тут забрала тряпки тоже эти. Вот так вот. А, я тут взяла штучку для... Полотенца. Полотенец, да, полотенце у меня есть там. Забрала тоже. Летом на дачу увожу, а зимой домой забираю. А это губки тоже забрала, но вдруг не куплю, забуду. Даже две губки взяла с дачи. Но не забыла. Купила. А это мы покушать с собой брали. Понямкать с собой брали. Не а доели, что ли? Вот это фейри. Это фейри и минералочка. Забрала минералочка с дачи. Это фейри забрала, чтобы не замерзала. Там не можно что оставлять на зиму-то. Вот, все. И веревка, чтобы повеситься. О, что-то еще нашла. А, кофе еще тоже с дачи забрала. А, с дачи остатки кофе. Кофе. Берем из кафе Голд, мы такой пьем кофе, поэтому такой кофе мы любим, очень вкусный. А ну, тут вот у нас все. Хороший кофе. Надолго кофе. Так, тут что, вспомни. Это кофе. А, ножи еще забрала. Два ножа еще забрала. Эти тоже дома как бы такие. Эти. Ножичка я забрала. Ножи. Ножичка. Хорошие ножички. Ой, ну все, вроде как бы. Как бы вроде бы все. В общем, вот на 2000 набрали. А что набрали? Конфет набрала.
Конфет набрала, ну очень вкусные конфеты. Ох, ну я позволяю себе две конфетки, чё, если я хочу. Мне сказали в школе диабета, если очень хочется, то можно. У меня сахар-то около дела, так что это. Ну вот, вот, все за стол, все закидала. Все закидала тут, разгребать будем. Ладно, есть хотим. Чё мы перекусывали, там чайку попили, да? Давай сейчас понямкаем супчику вкусненького борщица. Да, Палыч, вкусненького борщица со сметанкой и зеленушкой. Ну, если только вкусного. Конечно, Палыч. Кто бы готовил? Палыч наготовил у меня, молодечка моя.